Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Ну что, наконец-то арбалет у меня улучшился. Три дня, ребят, три дня арбалет стоял на улучшении. Нормально? Я думаю, просто офигительно. Так, давайте удаляйте здесь кусты мне. Вот эти вот все доски сухие. Весь этот бред. Так. Сухой ствол. Что-то там непонятно, что должно было быть. Так, отправляйся в самое сердце Дикого Запада, где за каждым поворотом таится приключение. Нет, спасибо, я не пойду. У меня эликсира, ребят, перебор. Надо его куда-то тратить. Надо его куда-то тратить, а куда, я не знаю. Здесь, по-моему, нужен... Да. 10 уровня. Вот что я могу, ребят. Военный лагерь улучшить. И здесь могу... нет, здесь не могу. Что, только один лагерь, что ли, военный могу улучшить? Фабрика темных заклинаний. Она может улучшиться у нас? Капля спящего заклинания ускорит даже самых медленных воинов. Башня лучников. Подожди, у меня что? Раз. Что-то как-то мало у меня, по-моему, лагерей. Тебе так не кажется? А один. Куда ты его убрал? Один. Ну-ка. А, вот этот можно, ребят, еще поставить на улучшение. Так, исследование. Можно какие-нибудь исследования здесь сделать? Можно, если бы у тебя был эликсир дофига. Так. Всем привет. А я один онлайн. Всем привет. Кому сказал? Ну ладно, пускай. А сколько, интересно, стоит? А, тут уже 10 уровень нужен. Так, ну что это, друзья, я отправляюсь, да. Отправляюсь. Сколько тут? 100 маловато будет. Вот это будет уже поинтереснее. Золотые пушки, золотое все. Давай так сделаем, чтобы он не бежал там далеко. Что там бомбит так жестко? Так, лучницу, наверное, сюда поставим. Пушки достали, а? Да вы драконы, ну вы бомбите, вон это же стоит, ну, по вам бомбит, блин, нет, стоят, сопли жуют. Что-то мне кажется, тут мало вариантов у нас. На победу. Ну да, сейчас эта штука по нам даст залпа. Вот тебе. А здесь все, ребят, здесь бомбанут. Он бомбанул, да не то, что надо. Ладно, ребятушки.
Не все, конечно, собрал, но более-менее приличную сумму. Так, забираем. Несгибаемый. Несгибаемый. Так, и здесь. Все, да, получается. Так, надо опять заказывать армию на тренировку. Ну, как-то таким вот образом. Ну и заклинание. Заклинание, да? Хорошо. Так, у меня один работяга свободный. Куда бы его припахать? На улучшение чего? На улучшение пушки поставим его. Следующий рейд. В атаку. В атаку, блин. Погнали, посмотрим. А маги что, не бомбят по этим остолопам? Фига там этих... Смотри. Фе. Нормально там баллист стоит, кстати, я тебе скажу. Ну-ка, погнали. Шарики, шарики. Да ну нафиг, что за бред? Не могу одолеть, прикинь. Может, кого заменить? А я, правда, не знаю, что они делают, вот эти вот друзья мои. Да ладно, неужели разобьем? Ну, получается, да. Так, а что-то еще осталось где-то? А что мы здесь не добомбили? Так, вот эти домики, что ли? А, ну да. Последний домик. Замечательно. Так, переходим с тобой... А у нас остается столичный пик. Но я его не возьму, ребята. Это однозначно. За две победы. Не, какой там. Там у него что-то еще бомбит, по-моему. По-лютому что-то. Втюхивается, да? Ну да.
И он бомбит именно по этой катапульте. Ой, по пушке. Маги тут решили повеселиться, да? Красавцы, молодцы, конечно. А потом куда вы соберетесь? Так вот вдоль? Вдоль по питерской? Эх, смертничек, блин, побежал. И эта фигня, что ли, достает? Ну отойди ты, маг, ну. Ну и... Сейчас эта штука созреет. И пропишет залп. Это что такое, ребят? Что это за бочка? Бочка катапульта, что ли? Ой, зашел в радиус, да? Нет еще. Все, зашел. Пэм-пэм-пэм. До свидания, маг. Нет, выжил еще. Значит, еще... Ну, давай, Заня! Не успел, Карлитос. Так, еще две атаки у меня. Ну, не знаю, ребят. Да, вот это вот, конечно, башня, блин, трындец полный. Там наказание такое жесткое просто идет. А они пушку мне в 3 секунды распинали, что ли? Они мне пушку, ребят, в 3 секунды разбомбили. Он в мага залп идет. Сейчас прилетит ему. Да хакается. Тэ! Последняя попытка. Ну, я не пройду. Не смогу, друзья. Не получится. Запинуют со всех сторон. Баллиста эта долбаная вот эта вот. Да, блин, мага всех, блин, правильно, есть. Я хотя бы, ребят, столицу снес ему. Ну, этих-то, конечно, запинаю сейчас. Вот они пошли, блин, воздушку бить. Ну, нафига вам эта воздушка сдалась, а? А так, по большому счету, друзья, осталось-то шиш да не шиша. А уничтожить вот эти три баллисты. А вс... Ну, вот эту вот еще, конечно. А остальное, в принципе, бы... Нет, вот они идут сюда. Ну, бараны, блин. Все. До свидос. Шлепнули. Шлепнули и все. Эй, предлагаю тебе выбрать первых суруков. Я продолжил игру вроде... Я предлагаю тебе выбрать первых суруков. Что за суруки, блин? Жаргон этот ваш, суруки,
Сороки, я не знаю, как вас там еще, как еще назвать. Сороки. Да подожди ты. Так, друзья мои, нам надо что? Нам надо свои эти улучшать. Так, здесь построили, как ни странно. Я помню последний раз, вот здесь мы с тобой делали. Так, столичный пик. На столичном пике что-нибудь есть у нас на постройку? Есть. Чего? Так, а подожди. Я же не улучшать, я же собираюсь ее завершить. Почему не дают-то, блин? Столичная ратуша 5. Чтобы улучшить, что надо? Понятно. Дофигища, что надо. Хорошо, ладно, здесь нельзя. Долина колдунов был я. В долине варваров тогда давай глянем, что там можно улучшить. Копьемет. Улучшил. Но не закончил. Офигеть, тут, конечно, расценочки, я тебе скажу. Да. То есть я просто взял и все туда слил. А почему я этих голодранцев не брал? Потому что они нафиг нам не нужны, да? Такс. Ну, похоже, что все, у меня больше нету. Да, у меня 900 всего лишь осталось. Тут ниже не найдем ничего, абсолютно. Тогда я пойду загляну в свою вторую деревню. Своя вторая деревня. Сколько тут? 2 рабочих свободных у меня. Ой, сейчас мучиться здесь, ядрен-матрен. Я все-таки хочу улучшить или там построить, по-моему, да? Да, там, если не ошибаюсь, надо строить еще одну. Вот, 2 ляма. Блин, 2 ляма надо, чтобы построить еще. А не построишь, ребят, ничего не получится. К сожалению. Че, придется тут атаковать. Фиг ли сделаешь. 2 стены. Надо откуда-то издалека бомбить еще. Если честно. Варвары, твою налево. Ну куда вы, блин, бежите-то? Нет, они... Они сейчас будут по кругу дурака валять, блин. Ту завалили. И эту сейчас завалят. Роднульку мою. До свидания. Совсем чуть-чуть не хватило, блин. Ну что ты, ну 75%. Давай свои награды сюда. Давай, что там у нас? Понятно, зелье. Не может вместить награды, продайте на... У меня чем... У меня в хранилище дофига наград. Че за бред? А нафиг. А где они, награды-то мои все? Я что-то так и не понял, блин. Где они лежат-то? Да, тут, конечно. Эти, как всегда, болваны, блин, поперли куда не нужно, блин. Так всегда, блин, было, есть и будет.
Опять одну звезду. Да я уже неоднократно говорил, ребята, если прокачана вот эта херовина, блин, то можно. Почему у меня? У меня же вроде драконы должны быть, дракончики. Или я что-то путаю? Подожди секунду, где моя армия? Попробуем с дракончиками. Один дракончик, он что-то зарешает, что ли, что-нибудь? Мне кажется, вряд ли. Давай, забегай внутрь. Так, ну одну звезду получили. Две звезды получили. Пока, блин, блин, надо было бомбить, идиотина. Блин. Душегубка несчастная, а. Просто душегубка несчастная. Слушай, ну дракончик, в принципе, неплох. Я вот, наверное, сейчас, знаешь, что сделаю? Вот варвары. Я не знаю прям. Прям меня, вот, ребята, расстраивают варвары. Очень сильно расстраивают, прям. Вот что, если мы с тобой, например, да... Так, подожди, тут пушка. Вы опять за свое. Ну, ёпарасете. Ну, вы уничтожьте вы вот эту фиговину. Ну, какого... Понятно, короче. Все, блин, с вами ясно. Давай хотя бы одну звезду. На одну звезду согласен, господи. Электропараша вылезла. Понятно. Ну, одна звезда, ребят. Какого лешего это вот так быстро валит, блин? Я не пойму. Вот это вот хмыря, блин, робота, блин, нищебродского. Тут лям нужен, лям эликсира. Это чтобы ему поднять какой уровень? Третий лишь только. Лишь только третий уровень. Опять эти, блин, входят и выходят. Уже запарились, если честно. Что за ЛВК? ЛВК. Я, например, не все жаргоны их не понимаю, пока игровые. ЛВК, ЛФК, я знаю, что такое ЛВК. Так, подожди секунду. И он начинает сразу бомбить здание. Твою налево. Э-э-э!
раздулась, кикимора. Сейчас тебя этой штукой этой прибьет, блин. Вот эту можете хлопнуть, блин. Да, ну ты подобьешь. И что у него тут еще? А у него пушка осталась. Пушка тебя подобьет. Пока ты будешь тут ломать, блин, стены, идиот, блин. Какая-то мелкая вшивая пушка. Звездный бонус, спасибо. Да. Ой. Такс, ну что? Еще надо, блин, еще 7 побед. Вот смотри, проверка на вшивость. Этот костры придурочный ходит, бомбит, блин. Ну не дурачок ли, а? Ходит там, костры, блин, тушит, блин. Ущербный, блин. Ну, 2 звезды, ребят, неплохо уже. Нормально. Хотелось бы 3, конечно, звезды, но и 2 пока пойдет. Так. Блин, мне вот это не нравится. Давай вот это вот сразу уничтожь. И этих теперь, ребят, в атаку, блин. Варвары, шарики уничтожьте. Этого, как всегда, ребята, опять размолотили, блин. А до этой даже никто не добрался. До этой даже никто не добрался. Просто простояли, сопли проживали, блин. Варвары тоже никчемные, блин. Я не удивлюсь, если здесь фейлимся. Вот на этой дебильной баллисте. Ни грамулечки прям не удивлюсь. Ну идет, блин, придурок. Бомбит все, что не нужно, блин. Да ты определись, придурок, ты там подобьешь, тут подобьешь, ты. Я удивлен, что вот эти. Вот смотри, дебил что делает. Он все бомбит тут стены, блин. 3 часа их бомбит. Две звезды. Не звезды. Летучка, что там жрешь, блин? От тебя толку нету, время только зря терять. Ребят, еще 2 звезды и будет норм. Ну, по крайней мере, задание будет выполнено. Такс. Баллисточка у него здесь прокачанная, да, получается?
Ну, варвары, как всегда, за свое, блин. Так, а мне нужно две звезды, ребята. Как они рвутся к этому зданию, а? Да неужели две звезды получим? Нормально. Значит, это было сделано не зря. Варварам хана. Варварам хана, да, понятно, их расплющило. Ну что, ежедневки я выполнил, которые от меня требовались. Че, ребят, наверное, я улучшу. Один день будет улучшаться. А за ману что-нибудь есть? Что-нибудь есть, что я могу за ману улучшить? Нету, да? Ну, от слова совсем ничего нету, да? Прям за ману улучшить. Ну, рудник с кристаллами могу улучшить. Все, больше работяг у меня нету. Один раз в месяц. Хотел бы на человек поставить. Один раз в месяц. Так нету пока никакого ЛВК еще у нас. У нас есть только вон, война кланов. Тут опять нужна чистка. Опять нужна чистка. Так. А там новый написано, ну, новый, новичок, новичок. 6 дней назад игрок скоро вылетает. Остальные все вроде бы норм. Окей. Остальные пока еще в норме там. Так, ребята, армия есть, но какая-то никудышная. Это не годится совсем. Вот это вот можно было бы, наверное, бомбануть, побомбить. Пушки, да, я не спорю, пушки противные. Да ладно, блин, что у тебя там за... Да ты там 1000 лет будешь пробивать ее, блин. Только пробил, блин. Давай своих этих, ломай тут все. Ломай, круши, бей, блин. Так, пока маг там занят, надо его поджарить здесь маленечко. Ну да, здесь мы, походу дела, разорвали деревню в хлам. Просто разорвали ее.
Так. Вас повысили, Лига Серебряная. Окей. А разве я не был в Серебряной Лиге? Какие расстрельные списки, блин? Расстрельные списки. А чё, факинг, что ли, расстрельные списки делал? Никто ничего не пишет в сообщениях, блин, ребята. А потом, блин, а чё это? Писал бы, я не знаю, в личное сообщение, как в какой-нибудь, блин, чтобы хоть знать, блин. Я откуда знал, что он занимается расстрельными списками, например? Я этого не знал вообще. Так, чё я хотел? А, я хотел, блин, у меня нету армии. Это вообще какая-то изичная миссия-то, если честно. А в чем прикол этой миссии? Ты что-то не то взял, что ли? Это миссия с гоблинами же была, да? Только что, ну. В атаку, конечно. Проходится что-то вообще как-то на изи. 40 тысяч теперь дали. Так, еще там одиночная у нас в атаку. Да, тут, конечно, что-то погорячился. А почему армия-то такая маленькая была? Я что-то не вдуплил. А, так ты свою армию туда используешь, я все теперь понял. Ну, что-то как-то уж больно на изи разобрали. Больно на изи, ребят. Так, ну что, друзья, тогда мы, пожалуй, на сегодня... Да, на сегодня будем закругляться. И обязательно увидимся уже в следующих видосиках и продолжим. Так что всем удачи, всем пока.